Лучший в Подмосковье по итогам года по защите окружающей среды. Такой статус Одинцовский округ получил заслуженно. С 2014 года ведется масштабная работа по ликвидации полигона Чистцы. За 40 лет на 17 гектарах скопилось более 3 миллионов кубометров мусора. В декабре прошлого года рекультивация полигона, сложнейший технологический процесс, завершилась. И начался второй этап. Этап биологический, он продлится следующие 4 года. Залог чистого воздуха – это и постоянное обновление лесного фонда. В округе высажено 9 тысяч новых кустарников и примерно столько же деревьев. Очищено немало водоемов. Полецкое озеро, участок Москвы-реки, реки Чаченки и другие. Жители душой болеют за экологию своих поселений, вносят предложения по улучшению природных объектов. Я выступала с инициативой, обращалась к руководителю департамента Журавлева, вот, с тем, чтобы наши силы, естественно, силы, как говорится, ЖКХ, помогли нам восстановить этот святой колодец. Эта вода, это не мое мнение, это мнение как раз ученых. Она самая чистая, самая лучшая. Уже начата работа по очистке Большого Немчиновского пруда. По поручению главы муниципалитета все экологические аспекты в округе будут прорабатываться и дальше. Необходимо обеспечить качественную эксплуатацию закрытого полигона Чистцы после завершения технологической части рекультивации. Второе – провести обработку 80 гектаров территории округа от борщевика Сосновского. И третье, конечно, проконтролировать ход очистки 7 водных объектов по программе губернатора 100 прудов и озер до 1 сентября. Полина Бахова, Илья Павлов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».